1764 года начались работы по строительству помещения, установке и регулированию машины Ивана Ползунова. Работы продолжались до марта же 1766 года. Работать она начала в августе того же года, но сам Ползунов не дожил до этого дня. И тем более не узнал о том, что однажды его изобретение и он сам войдут в историю. В начале марта 1914 года по новому стилю на земляных работах на Лосихинской протоке у подрядчиков на постройке Алтайской железной дороги рабочие устроили забастовку. Больше 1000 человек требовали повышения зарплаты, но на следующий день, не добившись ничего, рабочие с обеда вернулись к работе. До установления на Алтае власти рабочих и крестьян оставалось долгих 4 года. В марте 1984 года состоялась закладка парка Целинников в Ленинском районе в честь 30-летия начала освоения целинных земель. Собственно, пустырь, отданный под парк, был частью бывшего пшеничного поля. Через год в начале главной аллеи появился памятник. А еще раньше там начал работу кинотеатр «Лето». Увы, его снесли в начале 90-х. А теперь под угрозой застройки находится и сам парк.